Тарифы по авиационным услугам, предоставляемые самолетами санавиации, остались на уровне 2016 года. Об этом заявила депутат Сената Акмарал Аль-Назарова, которая направила в правительство парламентский запрос. Следует немедленно принять соответствующие меры. Техническое состояние самолетов не соответствует стандартам оказания медицинской помощи и перевозки больных. В результате за последние 3 года в санавиации произошло 14 авиационных происшествий. Погибли 5 человек, в том числе 2 врача. Тарифы на услуги санитарной авиации остаются на уровне 2016 года. Это не позволяет активизировать производственно-хозяйственную деятельность отечественных авиакомпаний и поддерживать летную годность воздушных судов.